Вечер выходного дня развлекательные заведения Одинцова полны людей. Самое рискованное время, когда человек может сесть за руль в неподобающем состоянии. Сотрудники госавтоинспекции выходят в профилактический рейд. При остановке транспортного средства проверяем водителя. Если имеются признаки опьянения, то проводим дальнейшее его освидетельствование, отстранение, освидетельственные процессуальные действия. Если у водителя все хорошо, проводим с ним профилактическую беседу, что вручая тематического характера буклеты, листовки и желаем счастливого пути. Место проведения рейда обозначено специальным знаком. Водители с пониманием относятся к работе инспекторов. В рамках проводимого мероприятия «Непрезвый водитель» мы хотим вам напомнить, что употребление запрещенных веществ, также алкоголя, запрещено управление транспортным средством. И вручить это тоже будет. И также, что пьян субой. К предупреждению нетрезвости инспекторы подошли, что называется, творчески. Кроме информационного буклета, вручают бутылку сладкой газировки, что вызывает улыбку водителей. Всегда бы так останавливали. Вообще классно было. Кашу не испортишь маслом, а дорожную обстановку – профилактикой. В конце концов, итог всей этой работы настанет в тот самый момент, когда человек в нетрезвом состоянии откажется сесть за руль и спасет тем самым и свою, и чужую жизнь. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».